нового года вырастет целый ряд социальных пособий, пишет Политсибро. Об изменениях информагентства рассказал депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов. Он сообщил, что увеличатся размеры пособия по уходу за ребенком, пособия по беременности и родам, материнский капитал и пособия по безработице. Так, максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет возрастет до 26 тысяч рублей в месяц, МРОТ составит 11 280 рублей. Минимальный размер пособия по беременности и родам – 52 тысячи рублей, максимальный – 301. Ребенок провалился в люк в центре краевой столицы, информирует московский комсомолец Барнаул. Инцидент произошел возле аграрного университета. В люк упал мальчик 10-12 лет. Он, к счастью, отделался легким испугом, потому что ему просто повезло. В люк он упал одной ногой, а рядом оказались прохожие, которые помогли мальчику выбраться из ловушки. Очевидцы обращаются к ответственным за состояние канализационных люков, чтобы те отреагировали, проверили и исключили повторение ситуации. Региональный чемпионат сварщиков проходит в Наукограде, сообщает Бийский рабочий. В Алтайском крае стартовал третий открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы». Испытания начались 27 ноября. Участники соревнуются в 34 компетенциях, несколько из них выполняют в Бийске. Так, чемпионат сварщиков проходит на базе Бийского промышленно-технологического колледжа. Впервые на нем работает московский сертифицированный эксперт Союза. Новые снегоходы поступили в особо охраняемые природные территории Алтая, пишет «Комсомольская правда» Барнаул. Несколько снегоходов приобрели для заказников Бобровский и Чинитинский. Благодаря этому инспекторы должны быстрее ловить нарушителей, говорят в Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края. По информации ведомства, за 9 месяцев этого года инспекторы составили 220 протоколов. Ущерб от нарушителей оценивают более чем в 1 000 000 рублей. 1 декабря в Рубцовске откроют лыжню здоровья. Спортивно-массовое мероприятие состоится на трассе здоровья в районе набережной имени Петрова. Принять участие в спортивном празднике приглашают всех желающих, сообщает Рубцовск-Инфо. Добавим, дистанцию участники выбирают самостоятельно.